Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас уже 1 апреля 2022 года, пошел второй месяц весны. И в Москву опять пришли снегопады, на выходные передают какие-то немыслимые осадки, которых не было 50 лет. Посмотрим, что будет на самом деле. Погода теплая, сейчас плюс 3, но снега очень-очень много. Никак не получается мне пока вырваться на дачу, хотя, конечно, очень-очень хотелось бы. Смотрите, я решила вам заснять цветение своих вегетативочек. Вот такие петуньки у меня. Посмотрите, какой цвет. Посмотрите, какая красота. То есть у нас уже весна. Все цветет. Так, вот цветочек сразу убираю, которые отцвели, чтобы не мешали. Помидорки у меня. Это сорт Baby. Вот он такой. Красненькие, очень сладкие. А вот помидоры, посмотрите. Это сорт Санька. И все время я забываю. Вот сейчас я вам скажу. Так, секундочку. Санька и кто тут у меня? И северная малютка. Все время забываю. В общем, вы видите, они вытянулись, хотя они стоят под хорошим освещением. И уже солнышко на них светит хорошенько. Завтра мы с вами их будем пикировать, пересаживать. Я сниму об этом отдельное видео. Посмотрите, вот такие томатики. И завтра мы с вами их вместе пересадим. Я купила стаканчики. Обычные такие вот. Так, секунду. Все вам покажу. Вот такие обычные стаканчики. Завтра с вами будем их пикировать. Все покажу, все расскажу обязательно. Будем делать это с вами вместе. Вот такие петуньки, посмотрите. Какая красота. В общем, весна. Здесь кактусы у меня так не фокусируются. Нет, не хочет, ладно. Дальше. Здесь у меня петуньки уже распикированы. Вот в этом ящичке. Это сидят бархотки. Посмотрите, какие они хорошенькие. Одна к одной все. И вот тоже. Это сорт у нас сидит Тайшан. А это у нас Антигуа. Да, вот они. Вот такие петунии у меня уже в торфяных таблетках. Их, конечно, уже надо тоже рассаживать все. Посмотрите, покажу, какие корешки. Вот такие вот корешочки. Вот здесь две петуньки сидит. Вот такие хорошенькие. Конечно, их надо уже рассаживать. Но завтра у меня, скажем так, первоочередно стоят томатики. Я еще повесила, посмотрите, у меня, значит, первая такая полочка с лампой. Вот вторая. И вот я купила еще одну. Посмотрите, я сейчас включу, секундочку. Так, вот так. Здесь будут стоять томатики. Когда потеплеет все это дело, конечно же, переедет на балкон. Сейчас у меня есть балкон в новой квартире. И поэтому теперь будет проще. Теперь у меня очень много, что будет переезжать на балкон. В общем-то, вот такая красотень. То, что отцветает, надо сразу убирать, чтобы они не мешали. Посмотрите, видите? Далее. Вот здесь у меня сидят, извините, хосты. Так, давайте немножко пройдемся по ним. Это то, что проросло. Посмотрите, это у нас сидит American Hello. Обратно вставляем бумажку. Так она интересна. Посмотрите, вот и вот тоже вылез росточек. Здесь у нас сидит Jurassic Park. Вот она. Это у нас Morning Star. Вот это вот такая тянется Роберт Фрост. Я сразу вставляю бумажки, чтобы потом не перепутать. И еще одна хосточка. Вот это большая такая, вот она. Такая огромная, сейчас скажу, это кто. Это у нас
Moonlight Sonata. Вот здесь тоже, посмотрите, лезет несколько росточков сразу вот отсюда и вот отсюда. Вот такие хосты у меня уже. Посмотрите, красотень какая. Ну и многие просят меня и снять моего собакина. Мы уже вот так вот выросли. Еще раз повторюсь, это Алабай, среднеазиатская овчарка. Зовут его Жаур. Он племенной у нас. У нас и клеймо есть на брюшке. И такой он весь у нас породистый, такой хороший, палевого окраса. Со всеми документами у нас собачка. Вот опять ты спишь. Хотела показать тебя зрителям, а ты опять спишь. Ну, открой хотя бы глазки свои, давай покажемся. Вот они, мои лобайчики. Жаурчик, ну покажи зрителям, поздоровайся. Ну, поздоровайся, родной, поздоровайся. Скажи, что ты ко мне пристала? Мне так хорошо спится. Да, мне так хорошо спится. В общем, малышу 6 апреля будет уже 4 месяца. Весим мы уже почти 25 килограмм. Растем очень быстро, очень такие... Вообще, мы резвые, просто вот так попадаются на съемку, что мы шпим постоянно. Такие мы хорошие, ушки у нас купированы, хвостик купированы. Мы добрые, добрые, добрые. Вот такие добрые мальчики. Мальчики-алабайчики, ну покажись ты зрителям хотя бы немножко. Нет, спит. Ребенок спит, не буду его будить тогда. Все, мои хорошие, буду снимать теперь, помимо рассады и дачи, вот эту милую мордаху. Милую любимую мордаху, да. Вот такой малыш. Так что всем до скорых встреч. Всем желаю крепкого здоровья, хорошего настроения. Ну и до скорых встреч. Всем пока-пока. Увидимся на даче.